Низко, да, Веря? Ты выворачивал маленько, нет? Ремни не буксуют нормально, да? На тысячи ты херачишь, да? Ну вот сколько тут, я думаю, что гектара... А, это Игорька еще там. Я гектара. Да. Ну вот здесь мудистика валить. Вот этот угол, а так-то... Там больше, больше, да? Ты охренел, нам. Мы с тобой сглупили на самом деле. Конечно, за тот надо было цеплять. Этот-то, и у тебя это, обратка слетела. Игорь, возьми, поправь. Хрен с ним. Я не знаю твое тяжеление, но 680 она килограмм поэтому. Да, потому что за этот пресс цепляет. И перецепляться получается туда-сюда. А? Ну да, да, и розетка здесь сделана, и все. А мы зацепили... Да, да. А на том, на Тутаевском, видел, мы уже вывели прям сюда с трубками. Как заводской и... Это уже второй день, то есть перецепили мы косилку за другой трактор, Тутаевский вот этот. И начинаем им косить, то есть пробуем, что он покажет нам. Как говорится, испытываем его. На шестой или на седьмой хреначит. Сейчас попробую еще поближе снять. Это у нас получается однообразные кадры. Ладно, сейчас перейду и попробую на еще одном круге. Маленько вот здесь он неправильно косит, то есть пятка должна идти по земле, а не находиться на весу, то есть и получается срез как бы травы под углом, это неправильно, то есть пятка должна ровно идти по земле.
пока про качество работы данной косилки говорить рано, то есть напомню, это Бежецкая КРМ-2.1Б со съемными тарелками, то есть нового образца тарелки, так что пока рано говорить о качестве данной косилки совсем немного, но в дальнейшем скажу мои впечатления от данной косилки. Нормально. Ну так, Игорек, я тебе задаю вопрос, и ты отвечаешь. Значит, ты у нас кто? Тракторист широкого профиля, да? Три года отучился где? В Махнище, да? Права, блядь, первой категории, да, у тебя? Тракторный. Угу. Итак, сегодня ты у нас попробовал косить, да? Значит, косил ты Вирексом 1.65 на Т-25, да? И косил КРНовской, вот этой Бежецкой. Ну, какие впечатления? Рассказывай про этого Вирекса. Нудно кататься? Чисто этот косит-то? А эти как впечатления? Чего? Дёрн. Какой дёрн? Понятно, то есть тебя этот не научили встариться, да? А так кто? Та лучше? А по на тракторе кататься на этом лучше? Почему? Страшно с этим? Конечно, тут не все так ничего. Голову прилетит, что это, ну нафиг. А там что-нибудь? А там сетка стоит.